Так, ну прибыли мы в Москву, на Красную площадь, гуляем, вот сейчас вот ждем Андрея, тоже подъедет. Похолодало, минус 10, в Подольске машину оставили на вокзале. Вот Государственная дума перед нами. Сейчас надо где-то перекусить, пообедать. Государственная дума, вот такие здесь красивые елки везде. Дальше пройдем на Красную площадь. Ну как тебе, нравится? Красиво. Пошли в Госдуму зайдем. Да нет. Не хочешь? Мне выходной. Ага. Ну ладно. Минус 10, телефон будет замерзать. Охотный ряд вот. Ну мы сейчас здесь наверх пройдем. Посмотрим, что здесь да как. Похолодало. Минус 10, вчера было плюс 5. Калуге. Игры будущего Казань. Какие-то вот здесь вот инсталляции стоят. Народные гуляния открыты. Все гуляют, отдыхают. Александровский сад впереди. Георгий Победоносец убивает змея. Снимать холодно, руки мерзнут. Приходит зима настоящая, минус 20 обещают. Вот Красная площадь, впереди мавзолей Ленина, непосредственно зиккурат. Мы видим, там располагается тело Владимира Ильича. Как-то так вот. Снимаю рукой без перчатки, уже рука мерзнет. Сейчас мы туда и пойдем, на Красную площадь. Памятник Жукова, вон там мы встречаемся. Андрей подъедет, наберет. Мы подойдем. Отель Four Seasons. Представляем вам 4 сезона. Можете бронировать номера, кому надо отдыхать. С видом на Красную площадь. Так что как-то так. Все, отключаемся. Руки замерзли. Очень холодно. Сейчас пойдем сфоткаем Светова.